Почти 200 миллионов рублей на проектирование и реконструкцию Самарского дворца спорта. Эти деньги поступили из федеральной казны. Сегодня депутаты Самарской губернской думы согласовали изменения в областном бюджете. В общей сложности он пополнился на 340,5 миллионов рублей. Помимо дворца спорта, деньги поступили также на лекарственное обеспечение, в частности, закупок антивирусных препаратов для инфицированных ВИЧ и гепатитом В и С. Поступили также деньги на другие расходы, в частности, 85,5 миллионов рублей на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, а 40,5 миллионов рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 70 лет. Эти деньги, которые тем более пришли вот на безвозмездной основе, это, конечно, серьезный, так сказать, плюс для завершения, успешного завершения, решения многих социальных вопросов в уходящем 2016 году. Еще 10 300 000 поступило на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Следует отметить, что в этом году уже поступали средства из федерального бюджета. Это было 223 200 000 рублей, что позволило обеспечить жильем 181 ветерана, в том числе 25 участников и инвалидов войны. На сегодняшний день остаются необеспеченными жилыми помещениями 83 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе из них 3 участника войны и 80 вдов ветеранов. Из федерального бюджета Самарской области было дополнительно предусмотрено 10 300 000 рублей, что позволит обеспечить жильем еще 9 человек. То есть те 3 непосредственно участника инвалида войны, что в этом году были выявлены не обеспечены жильем, они как раз попадают в это число. Всего же, начиная с 2008 года, жильем обеспечено более 5000 человек. На это выделено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование из областного бюджета профессиональных спортивных клубов. Это «Крылья Советов», баскетбольный клуб «Самара», хоккейная команда «Лада» и волейбольный клуб «Искра». На их поддержку выделено 176 миллионов рублей. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.